Снимаю перо, скобы. В казане обдалываю кипятком. Вот так вот легко снимается перо, оказывается, надо же. Снимаю перо впервые. Это коп-петух. Все, ободрал курицу, ощипал, вернее, курицу. Сейчас ее нужно будет на огне обсмолить. И все. Ну, тяжелая. Вот тут обсмолил тушку как мог. Вот лапа на печке. Такая достаточно увесистая прям тушка получилась. Сейчас будем разделывать. Ну вот и все. Распределил по пакетам. Можно будет потом готовить.